Дорогие друзья, вы, конечно, узнали Елену Гаранчу. Те, кто помнит «Кармен» в Метрополитен-опере, узнали эту постановку Ричарда Эйра. Она шла несколько лет, и больше вы эту постановку в Метрополитен-опере не увидите. Только в архивах. Потому что Метрополитен-опера на следующий сезон 2023-2024 года, о котором она уже объявила, планирует совершенно новую постановку «Кармен». Ричард Эйр поставил «Кармен» в Испании 30-х годов. Новая постановка будет совсем вот в наши дни. Причем контрабандисты, вы помните, что они там есть, и Кармен вместе со своими подругами из Хазе присоединяется к ним. Так вот, контрабандисты теперь превратились в то, что называется human traffickers, то есть те, кто переправляют людей через границу. В общем, не знаю, какая там будет концепция. Факт тот, что постановщицей будет Кэрри Кракнелл. Это английская режиссерша, сравнительно молодая, с большим опытом работы в театре, не с таким большим, по-моему, опытом работы в опере, но оперные театры пытаются найти какой-то способ привлечь новую публику в зал. И одним из таких способов становится приглашение театральных режиссеров. Причем театральных режиссеров новых, с какими-то интересными идеями, может быть, не вполне нас удовлетворяющими, но, по крайней мере, их интересно смотреть или есть любопытство, а что они придумают. Надо сказать, что вот судя, например, по нынешнему сезону и по предыдущему сезону, и по сезонам 2019-2018 года, то есть до пандемических сезонов, в Метрополитен-опере царили довольно одинаковые постановки Дэвида Маквикара. Мало было удачных каких-то постановок, на которые хочется идти, разгадывать их, разглядывать их. В частности, например, вот сейчас идет «Норма», это постановка Дэвида Маквикара. Там поет Екатерина Губанова «Адальджизу». Там поет Соня Йончева «Партию нормы». Казалось бы, все замечательно, но вы ничего не можете сделать с этой постановкой. Она исключительно скучная. Дэвида Маквикара. Вот, скорее всего, услышав вопли публики или как бы постоянных покупателей абонементов о том, что им надоели одни и те же постановки Дэвида Маквикара,
Питер Гелб пригласил к постановке «Кармен» вот эту самую англичанку Кэрри Кракнелл. А надо сказать, что новых постановок будет 6, и из них 4 – это современные оперы. И это еще один способ для оперного театра привлечь какую-то новую публику. Ну, например, если что-то интересное основано на какой-то театральной постановке или на известной книге, или на известном кинофильме, то тогда придет туда какая-то новая аудитория, так или иначе связанная с кино или с театром. Такова надежда. Осуществится она или нет, мы не знаем. Но следующий сезон «Метрополитен оперы» откроется 26 сентября 2023 года оперой с красноречивым и очень таким страшным названием «Мертвец идет» – «Dead Man Walking». А те, кто знает и интересуются американским кино, очень хорошо знают этот фильм «Dead Man Walking». Это фильм, снятый по одноименным мемуарам Элен Прижан, монахини, которая в течение нескольких лет разговаривала с человеком, ждавшим своей казни. То есть мертвец, человек, обреченный на смерть. Вот он идет, он с ней встречается, они разговаривают. Из этого появились мемуары, а потом фильм с участием Сьюзен Сарандон. Вот теперь опера. Опера не новая. Она была написана 25 лет тому назад. Но хорошая опера, по-честному. И стала она практически самой часто исполняемой современной оперой в мире, что большой плюс. Так что должно быть интересно. Автор этой оперы Джейк Хэгги, и привлечены очень хорошие исполнители, в частности, роль монахини, будет петь Джойс Дидонато. Джойс Дидонато сейчас настолько хорошо поет и играет, что в любой роли ее захотят бежать и смотреть. У нее огромное количество поклонников, и она это заслужила. Она большой молодец, поэтому, кроме того, будет еще одна привлекательная сторона. Постановщик этого спектакля – знаменитый театральный режиссер Иво Ван Хове, у которого огромное количество поклонников, в частности, в Нью-Йорке. Поэтому вот что стояло за решением открыть сезон таким вот идущим мертвецом. Надеюсь, что эта опера не станет мертвецом и не станет таким мрачным предсказанием судьбы Метрополитен оперы. В ноябре сразу почти полтора месяца пройдет, и нам дадут еще одну новую оперу, тоже написанную еще несколько лет тому назад, Энтони Дэвисом. Опера называется «Экс. Жизнь и времена Малькольма Экс». Мы знаем, Малькольм Экс был известный деятель, руководитель такого движения за эмансипацию, за свободу и за права чернокожих, который был застрелен в довольно еще молодом возрасте, причем там довольно таинственные обстоятельства его гибели, которые еще до сих пор окончательно не раскрыты. Как бы то ни было, он был по воспоминаниям личностью харизматической, обаятельной, ввел за собой большое количество людей, ему посвящена вот эта новая опера. Третья оперная премьера, современная оперная премьера, состоится тоже в первой половине сезона, и она на испанском языке.
Это, опять же, новая опера, сравнительно новая. Автор Даниэль Катан. И называется она «Флоренция в Амазонии». Флоренция Гримальди – это имя главной героини, которая, она оперная дива, и она приезжает в Бразилию, чтобы спеть на своей родине в легендарном оперном театре. И там возникают какие-то приключения. А что хорошо в этой опере, это то, что она написана скорее в стиле, ну, таком пучиниевском, в стиле веризма, то есть большие красивые мелодии, роскошная оркестровка. У нас есть фрагмент, и эта опера, кстати, ставилась несколько раз. Вот мы послушаем финал этой оперы в исполнении Катрин Джонсон, а в Метрополитен-опере будет петь мексиканского происхождения очень хорошая певица Альвин Перес. Дайте нам послушать этот фрагмент. Я не знаю, будет ли та же самая постановка, скорее всего, будет другая совсем. Но это просто ради музыки. Знаем с вами, друзья, что испаноязычное население Америки, в частности Нью-Йорка, растет. И, скорее всего, в надежде привлечь и эту публику в залы, поставлена эта опера на испанском языке. Есть еще одно произведение, так или иначе связанное с испанским языком. Это опера-оратория американского композитора, живущего в Сан-Франциско, Джона Адамса, чьи оперы много раз ставились в Нью-Йорке и, в частности, в Метрополитен-опере. Мы знаем «Доктор Атомик», мы знаем «Никсон в Китае». И Джон Адамс вот сейчас представляет свою оперу-ораторию «Эль Ниньо». «Эль Ниньо» – это значит «малыш», «дитя», «мальчик». Это такой новый, современный пересказ рождественской истории, истории рождения Христа. «Эль Ниньо». Вот такие четыре совершенно новые постановки. В конце
года 2023, 31 декабря, как всегда, запланирована гала. И вот эта гала будет «Кармен», новая постановка, о которой я вам говорила. А вторая новая постановка, вот она, по-моему, будет очень интересная. Потому что, во-первых, ставит польский режиссер Мариуш Трилинский, которого мы знаем уже по некоторым другим интересным очень постановкам в «Метрополитен». Опере. Кроме того, музыка очень хорошая. Это опера Верди «Сила судьбы», которая очень давно не ставилась заново. Она шла чуть ли не 30 лет в старой постановке. И пора уже ее обновить. В отличие от «Кармен», которую можно было и не обновлять. Но это решение, конечно, «Метрополитен оперы». Но «Сила судьбы» пойдет в постановке, как я уже сказала, Мариуша Трилинского. Причем дирижировать будет Яни Книже-Сиган. А участвовать в главную роль будет играть Лиз Дэвидсон. И Лиз Дэвидсон – это замечательная совершенно певица, которую мы впервые услышали в МЭТ в партии Лизы в «Пиковой даме» несколько лет тому назад, и которую полюбили за ее гигантский голос. Вы помните, я рассказывала вам о ней, она была в нюрнбергских мистерзингерах, пела очень хорошо и так далее. В общем, она украшает каждый спектакль, в котором она участвует. Поэтому, скорее всего, «Сила судьбы» будет одной из самых популярных премьер следующего сезона. Что еще интересно, роль брата Эльвиры, главной героини, по имени Дон Карлос, поет Игорь Головатенко, которого мы недавно слышали тоже на сцене «Метрополитен оперы». Еще одно знакомое имя, я надеюсь, что она приедет, там всегда сложности бывают, Екатерина Семенчук, которая тоже будет принимать участие в этом спектакле. Это уже во второй части сезона. Но поскольку мы заговорили о Лиз Дэвидсон, то я не могу не сказать, что поклонники Лиз Дэвидсон захотят ее услышать еще в одной новой для нее роли уже в этом сезоне. В конце марта начинается серия спектаклей «Кавалер розы». Опера Рихарда Штрауса. Прекрасная постановка, сделанная всего несколько лет тому назад. И роль маршальши – это главная женская роль в этой опере, доверена Лиз Дэвидсон, которая, кстати, очень хорошо себя зарекомендовала именно в музыке Рихарда Штрауса. И вот сейчас я хочу, чтобы мы, поскольку речь идет именно о Лиз Дэвидсон, у нас есть фрагмент из ее концерта, который она дала, как и некоторые другие звезды «Метрополитен оперы», во время пандемии. И концерт этот был записан. Может быть, многие из вас его видели и слышали. А мы с вами посмотрим два маленьких фрагмента, где она сначала поет фрагмент из песни, знаменитой песни Рихарда Штрауса «Морген», «Утро», а потом большой фрагмент из Верди, в данном случае из оперы «Бал Маскарад». Давайте послушаем и посмотрим на Лиз Дэвидсон. Thank you.
рассказала вам про Лиз Дэвидсон, но кроме «Силы судьбы» и «Кармен», конечно, будет довольно много классических постановок. А из современных, опять же, благодаря тому, что «The Hours» – «Часы» в этом сезоне, а также опера Бланшара «Огонь в моих костях» или «Огонь в моей душе» вспыхнул, не знаю, как точно перевести, но вот эти два новых спектакля уходящего сезона, они будут возвращены на сцену в следующем сезоне, опять же, потому что они в свое время привлекли новую аудиторию. И говоря о классической стороне сезона, хочу сказать, что, во-первых, 9 постановок будут показаны в кинотеатрах. Как всегда, 9-10 каждый год мы знаем в кинотеатрах мира. Они показываются так, что можно не мечтать о поездке в зал, а прямо пойти в кино. И будет много дебютов. В частности, впервые на сцене обещают Асми Григорян, Нину Минасян, о которых мы много говорили, Елена Панкратова приедет, ей будет доверена одна из важных ролей, это будет ее, опять же, дебют. Дирижер Оксана Лыниф впервые встанет за пульт Метрополитен-оперы. В общем, много будет достаточно интересного, чтобы все-таки пойти в Метрополитен-оперу. Как всегда, абонементы и билеты на отдельные спектакли скоро начнут продаваться в кассе. Если вы покупаете заранее, то это все немножечко дешевле обходится. Что сейчас я вам покажу, это компиляция всего следующего сезона с именами, названиями и музыкой. Если вы внимательно прочтете то, что там написано, вы получите полную или почти полную картину сезона. Дайте нам, пожалуйста, следующее видео. Концертное исполнение. Кстати, Лиз Дэвидсон будет петь. Да, Людмила Монастырская в Набука появится. Пучини будут в репертуаре. Кроме «Богемы» еще «Турандот». «Ласточка». А это «Бал Маскарад». Это третья опера Верди. Фрагменты из оперы «Жизнь и времена» Малькольма Экс. Флоренция на Амазонке или в Амазонии. Вагнеровских опер только один единственный «Тангейзер» появится. В
волшебная флейта, ну, это, как всегда, английский сокращенный вариант под Новый год для детей. Вот так будет примерно выглядеть сцена в метро в «Кармен». Гетто Вичава будет петь партию «Хозе», что очень интересно, конечно. Чернокожая Микаэла и чернокожий Эскамильо. Ромео и Джульетта Гуно. И тут очень интересно, потому что партию Джульетты будет исполнять Надин Серра, одна из лучших сопрано сегодня в мире. Из «Эль Ниньо». Поскольку это опера-оратория, то, конечно, хор очень важен. А это «The Hours». Кстати, вернется с теми же самыми певицами, которые Джойс Ди Донато, Келли О'Хара, Рене Флеминг. Они возвращаются в том же оперном спектакле в следующем сезоне. Дика Глюка, моей любимой китаянкой, которая будет петь партию Эвридики. Постановка Марка Морриса. И в конце несколько концертов оркестра Метрополитен оперы с той же Лиз Дэвидсон и другими солистами. Это, как всегда, конец мая и июнь месяц. А Лиз Дэвидсон 14 сентября 2023 года на сцене Метрополитен оперы дает сольный концерт. И, как я уже сказала, она, пожалуй, сегодня на оперной сцене вот в Нью-Йорке самая большая звезда. Это то имя, на которое пойдут всегда. А мы с вами пойдем на рекламную паузу, после которой, как я вам обещала, буду говорить о фестивале детского кино, где очень интересные фильмы и для детей, и для взрослых. Ну и еще кое о чем расскажу вам. Не уходите.